Существует очень много фактов развития и причин возникновения данного заболевания. По Севастополю первоочередной является это заболевание кожи, потом молочная железа, а также по убывающей это колоректальный рак, злокачественное образование женских половых органов, легкая и предстательная железа. По городу Севастополю впервые выявлено за 2016 год 1887 злокачественных новообразований, что на 402 случая больше, нежели в 2015 году. При наличии любой жалобы, пусть то это новообразование на коже, либо какие-то боли, либо какие-то симптомы, это в первую очередь обращение в первичный онкологический кабинет, это по месту жительства. Если же он отсутствует, то непосредственно к терапевту. Само лечение при установке диагноза злокачественного новообразования пациенту предлагается несколько методов лечения. Все зависит от локализации данного злокачественного образования и, соответственно, это может быть операция, это может быть лучевая терапия, это может быть химиотерапия.